Что происходит? Все в порядке? Поступил звонок, будто у нас дома сложности. Мы грубо обращаемся с девочками, и нас надо проверить. Ладно, да. Ладно. Пришли в чем-то убедиться? Так будьте уверены. Перед вами будущие врачи, адвокаты и еще парочка будущих звезд большого тенниса. Да, вы должны выполнять свою работу, даже если вам позвонила какая-то чокнутая и наговорила всякой идиотской чуши. Вы считаете, что мы слишком строги с детьми. Да, это так. Наша работа – оградить их от влияния улиц. Арестуете нас за это? Отлично. Но никогда не будет такого, что вы постучите в нашу дверь и скажете, что им вышибли мозги, когда они с какими-то обдолбанными бандюками творили беспредел на улицах. Такого никогда не будет в нашем доме. Хотите арестовать нас за это? Отлично, тогда можете схватить родителей на теннисных матчах. Вот кого вам надо арестовывать.